Создание регионального учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» обсудили в правительстве Магаданской области. На его базе будут проходить сборы учащихся 10 классов по основам военной службы. В настоящее время подобные дневные мероприятия для юношей проводятся ежегодно в региональном центре патриотического воспитания «Подвиг». Однако, согласно методическим рекомендациям Министерства обороны, сборы должны проходить в круглосуточном режиме. Мэр Магадана Юрий Гришан выступил с инициативой и предложил разместить учебно-методический центр «Авангард» на базе действующего лагеря «Патриот» в микрорайоне Снежный. У нас для этой цели создавался на базе только Снежного есть отдельно стоящие корпуса, действующие лагеря «Патриот», которые вполне могут быть использованы для круглогодичного, круглосуточного пребывания детей по программам, которые согласованы в том числе с ним опором Магаданской области. Ежегодно на Колыме в учебных военных сборах принимают участие около 1500 старшеклассников и студентов. Создание подобных центров позволит реализовать передовые педагогические идеи и образовательные технологии в сфере начальной военной подготовки будущих защитников Отечества. В ближайшее время центры военно-патриотического воспитания «Авангард» будут созданы во всех субъектах Российской Федерации.